И наш выпуск продолжает новая видеоподборка нарушений, попавших в объективы регистраторов. Все на красное. Этот принцип хорош в казино, но точно не на дорогах. Хоть и водитель красного автомобиля, рискуя машиной и жизнью людей, пролетел на запрещающий сигнал прямо перед объективом регистратора. Развернуться на перекрестке правила не запрещают, но водителю сначала нужно убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств и не создавать для них помех. Увы, но этот автолюбитель проигнорировал все вышеперечисленное. Очередной случай недопонимания при выезде с прилегающей территории произошел на одной из улиц города. Белая иномарка, убедившись в том, что ей все же не уступают, продолжает совершать задуманный маневр, как ни в чем не бывало.